Сырная ярмарка приехала в Стерлитамак. Сыр с плесенью, сычужный из козьего молока, рассольные и копченые сыры, рикотта, моцарелла и другие. Продукция исключительно республиканских сыроваров Уфимского, Иглинского, Крамоскалинского, Давлекановского, Мечетлинского и Мелюзовского районов. С 2016 года я полностью засертифицировал продукт, который непосредственно называется полутвердый сычужный сыр на основе козьего молока. Сыр уже выдержан где-то сроком 6 месяцев. В Уфе состоялось 6 сырных ярмарок, в Стерлитамаке первая. Жители города имеют возможность продегустировать продукцию, оценить качество и пообщаться с производителями напрямую. Ну и купить, естественно, качественный продукт, выполненный из местного сырья.